словами Давы, Ему имя избранного апостола Иисуса Христа, и возвыси мы Его на третьем небесе, и открыв Ему таинство веры, благослови памятник всему небожественному служителю спасения человека, и подай благодать и благословение Твое благодетелям и жертвователям в купе, со создателем прекрасного образа сего, возруженного на месте всем апостольских проповеди и дней соскищаемого, подашь им же и нам здравие, непоколебимого души и тела вся я же, ко спасению просимо исполняя, да прославится имя Твое со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.